худо-бедно мы добрались до поезда. Поезд, правда, едет, нам нужен законечный, а поезд останавливается где-то посередине в какой-то свободной торговой зоне. А куда мы проехали, уже вижу зелеными лампочками горят. Был ясен маршрут. Ну, хоть на этом спасибо. Наши электрички. Сидят здесь тоже. И все же понятно. Электричка как электричка. Здесь получается подсвечивается куток вот на этой станции. Нам нужно сюда. Следующая станция у нас Хуянь. Может, не стоит там выходить. Там и так все станции. Вот, снимай такие вот стандартные каких-нибудь китайские классы. Мне кажется, в таком виде снимаются. Ну, вообще не похоже. Миленькие такие. Нет. Такие миленькие. Вот нет. Это особенно миленькие у слабака. Нет. В общем, как и предполагалось, вышли мы посередине пути. Оказалось, что электричка дальше не едет. Мы сейчас, получается, где? Выехали мы вот отсюда. Отсюда мы выехали. То есть мы наверх, что ли, едем? Ехали, ехали. А вот домик. Я нашла. Вот. Какой? То есть мы, это предполагаю, либо где-то здесь, что ли, вот здесь, наверное? Домик был. Да, нам нужна вот эта станция, наверное. Ну, да. А, нет. Какая? Нам нужна вот эта вот станция. Это? О боже! Нам нужна вот эта станция. Ну что, ждем поезд? Да? Расскажи мне свой бизнес-план. Хорошо. Просто Олечка, Пашечка шоу. Если с дружкой? Да, мы будем заходить. Будем заходить такие, о, один просмотр. Один просмотр, один человек. И это я вчера. Да ладно, ну не смешно вообще. Если я могла Сашу шутить, я сделаю шоу. Но так как я не умею шутить дружком, то шоу не будет. Билетики здесь не остаются. Билетики здесь надо отдавать при прибытии, их засасывать в турникет. Здесь, по идее, насколько я мог вычитать, вечером все это заканчивается салютом и каким-то выступлением. Каждый раз, по ней должно быть. Потому что вот с персиком, от которой я гнилые выкину. Бывает. Как нам добираться до дома? Туя. Какого туя? Туя. Лошадки тут. Все-таки не песочек, а галька. Сколько много лодок, а? Здесь еще не так, а он по левому краю вообще полный. Пойдем-ка найдем. О, с 9 до 7.30 работает. Может, там отдельно нужен билет потом? Ну, либо до 7, либо после 7, да? А может быть, аттракцион потом не работает?
7.30 и до 8. В чем разница, мы так и не поняли. Вот 300 она, кстати. Видимо, за полдня. Ну, 300. Так мы бы заплатили 700 в два раза больше. Это приветствие такое. Я думаю, что там? Может быть, он просто не мой. Лампочку выкинь. Не, они так частенько приветствуют. Твоя мать, что за вакханалия? Слушай, что в первую очередь должен сделать уважающий себя турист? А? Нет. Найти, где нажраться пиво. Викинг, викинг мне нравится. Вот честно, это объясняет, а мы не понимаем. Она еще подлетает, пятерочка. Меня, по крайней мере. Как ты чувствуешь себя вот на этой детской карусельке? Сейчас мы будем.